Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да. У вас должен быть уголок потребителя, где должно нет. Жаль. Заказ школьной формы обернулся подпорченным настроением, растрепанными нервами и, возможно, испорченным первым днем знаний у нескольких ульяновских первоклассников. Вышла из ситуации, купил другую форму, заказал на перекрой, то есть по-другому нам ее сошьют. Сказать, что потерял, но единственное, что у моего ребенка форма будет не именная. Требования к школьной форме у каждого учебного заведения свои, но сводятся они примерно к одному стандарту. Соответственно, родителям необходимо только определиться с фасоном и цветовой гаммой. А уж к выбору компании, которая сумеет эту форму пошить, или магазина, где ее можно приобрести, школа отношения не имеет. Директор должен понимать, что он не может рекомендовать того или иного производителя школьной формы для того, чтобы у него родители покупали эту школьную форму. Все производители, которые производят школьную форму, должны выполнять требования, которые предъявляют нормы Санпина к детской одежде. Как правило, они все это стараются делать, представляя конкурентоспособную продукцию. Но как быть, если качество устраивает, заявленные сроки выполнения работ тоже, а вот с ценой происходят какие-то непонятные вещи? После того, как форма была готова, оказалось, что стоит она дороже заявленного. И это меньше, чем за месяц до начала учебного года, когда у многих каждая копейка на счету. Да, меня не устраивает то, что цена поднялась, и меня не устраивает то, что об этом заранее не было сообщено. То есть была создана специальная социальная группа для того, чтобы обсуждать подобные вопросы. Почему не было туда написано, что девочки, форма подорожала, кого устраивать, заказывать, кого не устраивать, приходить, забрать деньги, заказывать в другом месте. То есть я считаю, что здесь был умысел, потому что форма идет именная, форма шьется на заказ. Соответственно, если мне сообщат за 3 недели, я сейчас нигде не найду человека, который мне шьет ту форму, которая мне нужна с фамилией моего ребенка. Перед родителями встал вопрос: согласиться на условия мастера и отдать большую сумму, либо искать справедливости. Негодование родителей вызвало даже не само повышение цены, а то, что предприниматель не предупредил об этом заранее. Договора не было, расписки не было, товарных чеков не было. Когда начались возмущения многих родителей, непосредственно матерей, началась неадекватная реакция с ее стороны. Начались звонки непосредственно от мастера, где она по-хамски начала конкретно со мной обращаться. Поставила она перед фактом, чтобы, если мне не нравится, забирайте деньги, отдайте мне форму. То есть, в принципе, чтобы мой ребенок остался перед 1 сентября без формы. Родителей можно понять. Ребенок идет в 1 класс, и им хочется, чтобы этот день прошел идеально. С другой стороны, нельзя смотреть на мир сквозь розовые очки, а именно договор с предпринимателем позволил бы избежать возможных проблем. Чтобы обезопасить себя от таких инцидентов, лучше сразу заключать предварительный договор, в котором оговаривать стоимость этой формы, артикул, фасон, размер. Ну и, естественно, и желательно бы фотографию приложить, чтобы не было потом никаких споров ни относительно цены, ни относительно того, какую вещь заказали и как она должна выглядеть. Как бы ни были высоки рейтинги того или иного мастера, какие бы ни оставляли о нем отзывы, в горячке подготовительной работы к школе все-таки необходимо сохранять холодный ум. Для того, чтобы, если надежды оправдались, облегченно выдохнуть, а если нет, иметь крепкий тыл для отстаивания своих прав.